Всем привет! Всех приветствую на своем канале. Наконец-то пришел каталог. Дело в том, что я получаю свои заказы. Пришел заказ. Я получаю свои заказы в пункте выдачи в магазине Связной. И в этот раз у них изменилась дата выдачи, поэтому у меня задержали каталог и заказ почти на неделю. Девочки, которые мне писали, спасибо большое, мне было очень приятно, что вы ждете. И я не знаю, будет ли это кому-то полезно, я знаю, что многие уже посмотрели новый каталог и ВКонтакте, и у других блогеров, но я хочу сказать, что свои обзоры заказов и каталогов очень помогают даже мне, потому что я периодически пересматриваю, каталог не всегда со мной. А, например, на работе, когда нужна цена, я могу включить свое видео и посмотреть, какая цена. Поэтому я все-таки решила снять. Надеюсь, что кто-то из моих подписчиков обрадуется, что я сняла. И да-да-да, у меня новое, в общем, место для съемки. Надеюсь, вам понравится. Заказ был по 8-му каталогу. Это каталог, в котором представлена новая водичка «Лак». К ней мы вернемся позже, а пока хочу начать с гелей для душа, которые также были новенькие в фокусе. Они стоили всего лишь по 59 рублей. Они очень интересно выглядят. Сейчас скажу вам по ароматам. Первый аромат — фруктовая маргарита, апельсин и персик. Ну, давайте понюхаем. Ну, такое, знаете, таким гелем для душа, как правило, у меня такими гелями для душа я пользуюсь, когда езжу на море. Очень приятный, очень сладкий, и для меня больше пахнет персиком, чем апельсином. Но все равно очень приятно. И второй — это карибская колада с ароматом кокоса и папайи. Я не являюсь любителем аромата кокоса, но этот гель для душа больше для меня смахивает, если так можно сказать, на мужской, чем на женский. Кокоса здесь явного не вижу, но здесь есть аромат свежести, и он такой. Поэтому, мне кажется, и кажется, что он больше похож на мужской. По дизайну 5 с плюсом. Если покупать, то я купила бы вот этот. Но это чисто моя такая темка. Дальше в каталоге была тоже, ну, обычная цена на гели для душа мужские. У меня у подружки, у молодого человека закончились, и она поэтому взяла бесконечную свежесть и заряд свежести. Очень люблю мужские гели, и тут недавно мы разговаривали с подругой, она говорит, все-таки Avon не сушит кожу. Мне в этом плане повезло, мне Avon-ские гели для душа не сушат кожу, поэтому я ими пользуюсь просто в удовольствии, и мой муж точно так же пользуется и не может нарадоваться, что у нас они есть в запасе. За 149 рублей закончилась пена «Пион и гранат». Сейчас, кстати, у нас пены уходят просто с какой-то очень-очень молниеносной скоростью, и я не могу не сказать, что я очень люблю пены. Наш ребенок просто обожает именно эйвонские. Они очень классно пенятся, у них очень хорошее пенообразование, долгое, очень приятный аромат. У меня сестра зашла когда в ванную комнату, а там была пена, она говорит, боже, как пахнет, пахнет, говорит, даже в коридоре. Ну, то есть 5 с плюсом им за качество, но и это я говорю сейчас только о вот этих пенах, потому что у нас закончилась еще пена для ванны Планета Спа в маленьком таком тюбике, и ей я была недовольна. Я говорю именно о вот этих вот фигурных пенках. Дальше по 145 рублей, не по очень выгодной цене, но у подружки закончилось средство для интимной гигиены. Оно у нас какое? С соком алоэ и витамином Е. Такими средствами я тоже пользуюсь. Кстати, у меня сейчас, по-моему, с яблочным ароматом. И тоже я непривередлива в этом плане. У меня нет, слава богу, никаких проблем с такими штучками, поэтому я пользуюсь с удовольствием. И я пользовалась и с яблочным, и этот кремообразный без аромата, и с цветочным. Все хорошо, никаких нареканий. Ну, естественно, какой же заказ без спрейчиков? По 99 рублей подружка у меня купила маракуйя и пион, и груша и пион. Вот. Она, эта подружка, сначала покупала сестре парня, сейчас она покупает маме парня. Вот. Ну, в общем, пошло, знаете, по родословной. Дальше, наверное, уже бабушке парня будет покупать. Но я только рада, пускай пользуется, если им нравится. Это очень приятно, когда клиенту нравится то, что он покупает. Дальше пойдем по...
уходу за лицом. У моей коллеги дочка подросткового возраста, и она выбрала себе тоник против черных точек с белой глиной. Если честно, то для подростков, я считаю, в Avène Clear Skin одна из самых классных фирм. И вообще для проблемной кожи это очень крутая серия. У меня подруга прям спасается ею. Это такие убойные средства, которые реально действуют. И также вот такое средство для ночного ухода с экстрактом зеленого чая. Средство это стоило 169 рублей, тоник 149 рублей. Давайте покажу, как выглядит это средство, если у меня получится аккуратно открыть коробочку. Получится. Вот такое оно маленькое. Здесь объем 5 в 1 называется, объем 50 мл. Хорошенькое. Аккуратная миниатюрная упаковочка, я люблю такие. И она сказала тоже, что они до этого пользовались ими, и тоже им, в общем, понравилось. Это серия, я имею в виду. Сама коллега выбрала себе сплэш-уход маски для лица Enyu. 385 рублей была она в этом каталоге. И я такой маской пользуюсь, она у меня есть. Она в ванной, у меня на полочке. Я знаю, что многие отзываются о ней плохо. И даже моя подружка, она заказала вместе со мной. Там была такая акция, что купи две и получишь 40% скидку, по-моему. Я периодически ей пользуюсь. Я не могу сказать, что систематически, но где-то раз в неделю, раз в две недели я ее наношу. Она, знаете, в чем ее минус? Она чуть-чуть стягивает кожу. Ну, мне так кажется. Вы знаете, я, наверное, включу все-таки свет. Извините сейчас. Потому что, на мой взгляд, темновато. Она чуть-чуть стягивает кожу, но это если не нанести сразу же после нее крем. Как пишется в инструкции, после нее через 15-30 секунд нужно нанести крем. И, в принципе, маска, в общем-то, только после этого действует. Если следовать инструкции, у меня к ней нет никаких нареканий. Но я и не вижу каких-то суперкрутых действий ее. Я могу похвалить эту маску только за то, что у нее просто великолепный аромат, она меня радует, поднимает мне настроение, и я ей пользуюсь, у меня рука к ней тянется. Вот, все, что я могу сказать, но я использовала буквально вот столечко, то есть прям мало-мало. Дальше, за 129 рублей, не пожалела денег, моя подруга купила жидкое мыло «Счастье» с ароматом граната и фрезии. Я не отношусь к таким людям, я, в общем, жму деньги на это мыло, на мой взгляд, это очень дорого, когда можно купить сейчас по акции в пятерочке «Палмолив» за 79, где 250 миллилитров, или вот это, где... А, тут тоже две, я уж хотела сказать им, что они еще и мало делают. Ну, короче, я считаю, что Avon задирает цены на мыло, я всегда это говорю, те, кто смотрит каждый мой обзор, знают это. Дальше, за 239 рублей у меня приобрели вот такой спонжик. Кстати, он такой достаточно мягкий. Я люблю, когда они мягкие, даже когда сухие. Не знаю, дешево или дорого. Ничего не могу сказать, первый раз приобрели, но выглядит неплохо. Надеюсь, что клиентке понравится. Дальше, по декоративочке. Я себе купила тональный крем. Сейчас скажу... Почем? Потому что, как правило, то, что я заказываю себе, я никогда в свою тетрадь не пишу, естественно. Тональный крем. Он шел за 159 рублей. Это была какая-то, по-моему, в фокусе предложение для представителей. Я купила его в оттенке нюд. У меня такого тонального не было никогда. Это марковский тональник. В общем, я сейчас начала красить, наносить основу, тональную основу на лицо и поняла, что у меня тон, ну, темнее, чем моя кожа. Я очень это не люблю и поэтому ищу сейчас тон, который подходил бы мне. Я взяла в оттенке нюд. Давайте посмотрим. Главное, конечно, чтобы он не был очень белым. Ну, на руке они у меня все смотрятся нормально. Посмотрим, как он будет себя вести на коже. Хочу сразу сказать, что перекрытие у него не плотное. Ну, то есть текстура не плотная, такой он легенький. Как раз, мне кажется, на лето будет то, что надо. Что касается аромата, очень-очень легкий, но приятный. Нормально. Я надеюсь, что я буду им пользоваться. И текстура прям такая, как будто не... тональный крем, а просто, знаете, увлажняющий, прям легенькая текстурка такая.
Еще у меня заказали за 349 рублей. Сейчас скажу, как это называется. Двухсторонние, по-моему, как-то. Двойные румяна хайлайтер мастер стробинга. Тоже хочу. Ну, вот его упаковочка. У меня первый раз заказали эту штучку. Блин, хочу открыть ее, чтобы показать. Я уверена, что многие девочки тоже не видели, как я. Вот она. Вот этот маркер. В одном оттенке этот мастер. Так, ну-ка. Вот первая сторона. Вот, ух, вторая жесткая, прям такая. Не пахнут вообще никак. Интересно, что скажет клиентка, понравится, не понравится, будет пользоваться или нет. Я не рискую такими средствами пользоваться, потому что, честно говоря, скажу, по чесноку не умею. Вот. Дальше. Заказали у меня лак для ногтей. Это у нас лак для ногтей. Я всегда эти серии забываю. Вот название его, Винтаж Бутик. Его у меня очень часто берут, пользуются. По-моему, эксперт цвета он называется. Nail Wear Pro Plus. Его заказала у меня подружка, она советовалась со мной. У нее много эйвонских лаков, она их любит. Кстати, похож на тот, который у меня сейчас на ногтях. Правда, чуть, по-моему, потемнее. Я люблю такие оттенки. Это моя любовь, в общем. Моя любовь. Дальше. Что еще? Еще постоянная клиентка, которая всегда покупает у меня помаду и карандаш. Всегда одну и ту же. Помаду Леди в оттенке Rose Cream. Она в этом каталоге была 139 рублей. Это не самая выгодная цена, но клиентке закончилась. Она говорит, не надо, все. И карандаш, который подходит к этой помаде. Это карандаш Coral Desire. Он подходит к очень многим помадам. У меня у самой он есть. Я люблю этот карандаш. Он стоил 159 рублей, этот карандаш. Дальше, куда же без туши, как же, заказ без туши, не заказ, Blackest Black, тушь, ха-ха-ха, она называется у нас супер длина акцент. Эта тушь, моя подружка ее обожает тоже, она заказывает не первый раз, подружка давно заказывает Avon, кстати, это вот у меня же... Я делаю заказы только для себя и для друзей. То есть посторонние люди, как правило, не берут у меня каталоги. И вот эта девочка, ее зовут Ира, которая заказала тушь, она не пропустила ни одного моего каталога, сколько я занимаюсь Avon'ом. Явная поклонница Avon, и очень она довольна этой косметикой. И это та девочка, которой вообще не нужны мои рекомендации. Она сама себе выбирает, сама все, методом проб и ошибок. Дальше еще мне заказали очень интересную штучку, маскирующий карандаш в оттенке Fair. То есть это выглядит как помада, стик в оттенке, в общем, тонального крема, и он будет маскировать всякие ваши неровности, всякие... Там, я не знаю. Ну, в общем, то, что есть у каждой девушки на лице. И чего она не хочет, чтобы видел кто-то другой. Интересно, удобно или нет. Первый раз тоже меня заказали. Мне, знаете, что интересно? Как наносится? Потому что стик у помады, он все-таки толстенький. Ну, непонятно. Дальше. Был какой-то розыгрыш подарков, я не знаю, в честь чего, я не помню, где я выбрала себе люксовскую тушь и этот миниатюру лак, потому что у меня все подружки любят этот лак, и, в общем, я решила, что или кому-то презентую, или Серёжина мама, по-моему, тоже любит его, ну, в общем, кому-то отдам, потому что я сама люблю лак Лавии. Из-за того, что я люблю Лак Лавии, я не могла пропустить в фокусе предложение, что при покупке двух 40% скидка. В каталоге он шел за 800... А, нет, это знаете что? Вспомнила. Это, в общем, при покупке этих двух водичек, вот я сейчас увидела, можно было приобрести за 100 рублей набор. Естественно, я не могла этого не сделать.
не сделать. И я приобрела водичку, она в каталоге была 899 рублей. Сейчас я вам скажу при покупке двух, за сколько она нам вышла с моей клиенткой. Ха-ха-ха. Она нам вышла по 700. Так, нет. 1078 за две. Насколько я поняла. Да, 1078 за две. То есть, по сути, за 540 рублей каждая она вышла нам. Это очень хорошая цена, это очень хорошая вода. Я очень ее люблю, одна у меня уже подходит к концу. Это вот в моей жизни вторая водичка, которая закончилась до самого донышка. Первая была Life. Да, от Avon. Я тоже вторую заказала сейчас. Стала Клави. У меня очень ее любит подружка тоже, эту водичку. И она такая для меня весенне-летняя, поэтому для меня было важно, чтобы весной сейчас, в такой классный период, когда расцветает вся природа, от меня пахло, в общем, тем, что я хочу. Такой у меня был заказ. На мой взгляд, если честно, всегда мне кажется, что у меня разнообразные заказы. Хочу сказать, что заметно, наверное, что масштаб заказов уменьшился, естественно, в связи с переездом, ремонтом и вообще сменой места жительства. Но я уверена, что наберет у меня ход Avon, потому что люди спрашивают, и уже сейчас я высылаю всем электронные каталоги, потому что у меня нет на руках каталога, получила его только сегодня. Так что я думаю, что заказы будут и покруче. Ну а сейчас давайте листать вместе каталог, я его полистаю для себя и, конечно же, для вас.